пишите на природе, и это солнечный день, очень рекомендую, конечно, иметь зонт. Если какой-то объект, то, что вы хотите там нарисовать, находится там на открытом участке, конечно, вы должны стоять под солнцем, в кепочке с козыречком, да, для того, чтобы не портить зрение. Потому что посадите зрение, если вы будете на открытом солнце, посадите зрение моментально. Это первое. Второе. Солнце будет искажать вам краски на палитре, на холсте однозначно. Если у вас как бы с зонтом там с большим возникают какие-то проблемы, трудности, куда-то его пристроить, воткнуть, там многие не хотят с собой таскать и так далее, в тень, становитесь в тень, обязательно. То есть вы должны стоять в тени для того, чтобы краски были, прямой солнечный свет не попадал ни на палитру, ни на холст, чтобы не искажать светопередачу.